Всем привет, с вами Иллинойс, и у меня очередная серия по My Friend Pedro. Сейчас у нашего главного героя не очень такая хорошая ситуация. За ним направили большое количество охотников за головами, и теперь нам надо разобраться, кто это сделал и что ему нужно от нас. Вторая по паршивости вечеринка из всех, на которых я побывал. Надо выяснить, кто назначил за твою голову награду. Направимся в офис Дэнни и попробуем его вежливо расспросить. Окей, так. Да. Не очень так получилось пострелять. Да что ты будешь делать-то? Сейчас, надо красиво тебя убрать. Все. Не особо красиво, но... Я думаю, все равно банан для себя отметил. Так, дальше. Я вижу платформу, а как до нее сейчас допрыгнуть? Ну-ка попробуем. Разбегаемся. И нет, не то. Так, а может через замедление как-то? А ну-ка. Давай, лети. Нет. Зацепись как-нибудь руками, не получается. А может пострелять? Вот оно как все. Я понял. Так, ну тогда давайте, наверное, сейчас я начну уровень заново. Ну, хочется все-таки его без смертей пройти. Я понял. Так, значит, надо в этот рычаг стрелять. Ну что, погнали. Да ты попадать-то будешь в него, не? Хорошо. Тык. Запрыгиваем здесь. Вижу рычаг. И там враг, да? Неудачно перезаряжаться ты начал. Так. Отлично. Все хорошо. А дальше что? Ага. Здесь никуда нельзя пострелять, да? Чтоб что-нибудь тут сбросить на этого врага. Красивенько, надо за этим тоже моментами следить. Так, ну окей. Замедляемся. Прыгаем. Офигенно. Ну, отлично. Так. Не-н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 е. Красотища. Было хорошо. Ага. Так. Я понял. Переключить рычаг. А куда? А, я понял. Так. Хорошо. Так, отлично. Ну, здесь надо так проходить, я так понял, эту игру всю. Через всякие такие вот замедления. Чтобы банану это нравилось. Тихо.
Так, ну этого я убил не очень красиво, но пойдет. Тихо. Подожди. Главное не умирать. Дальше здесь мы дергаем рычаг. Давайте, наверное, узих патронов мало в узихах. Ясно. Нет? Ага, понятно. Запрыгиваем туда. А, я понял. Хорошо. Так, ага, понятно. Теперь. Хорошо. Так, я прострелить могу до него, интересно, дострелить могу. Так, пойдет. Жизни. Хорошо. Ага. Окей. Сейчас замедляемся, красивенько прыгаем сюда и с тобой так по красоте расправляемся. Во, хорош. Дальше. Да, красиво ворвемся сюда. А, все, разделся, да? Так. Хорошо. Прямо впечатало в стену там. Окей, так, здесь ничего интересного. А. Хотел какой-то сложный прыжок сделать, а здесь все намного проще можно было сделать. Так. Так, прыгаем. Хорошо. Получилось красиво его убрать, жаль. Так, ну какие-то эти охотники за головами-то не особо опасные. Все, с ними как-то легко мы расправляемся. Отлично. Так. Так, ничего нельзя на них тут скинуть. Нет, ничего, да? Ну окей, давай-ка мы тебя уберем. Ай, ты неудачно перезаряжаться стал. Ой-ой-ой, попал. Так, дальше.
Давайте так отметим и разберемся с этим. Поехали. Вау-вау-вау-вау-вау! Это было не очень хорошо. Так, я думал, что я с этим нижним все-таки справился, но нет. Фух, так, а здесь будет прям, я думаю, сложно сейчас. И для этого мы поставим сейчас узихи, да? Так. Пойдет. Дальше спускаемся здесь и... Ой-ой-ой, куда я полетел-то? Ага. Что-то я не то сделал-то. Да, и теперь это будет зачитано как смерть. Очень-очень нехорошо. Не понял, а как я... Куда ты опять полетел-то? Да что ты будешь делать-то? Так, вот тут не пойму. А как у меня получилось? Ну ладно, давайте опять сюда спустимся. А, тихо-тихо-тихо-тихо. Я понял свою ошибку. Все. Я только сейчас разобрался с этим делом. Так, хорошо. Все. Так, сейчас мы тогда с тобой разделаемся. Подожди-ка. Вон как все. Фу, да, ну... На этом месте я прям жизни много потерял. Теперь, конечно, банану это не понравится. Он сейчас начнет говорить, что очень все плохо, очень ужасно. Да, и под конец уровня я так провалился здесь. А, безукоризненно? Ух ты как, ух как. А если бы еще смертей было бы, вообще не было бы. Ну, наверное, мне так же кажется, было бы все безукоризненно. Ну, вполне. Я думал, все будет плохо. Он сейчас будет... Скажет, ты постоянно умираешь, там... Ты очень слаб. Но нет. Ну, хорошо. Кто бы мог подумать, что этому городу было предназначено объединить муниципалитеты. Но в итоге чиновники не смогли договориться, какой шрифт использовать для логотипа. Так что они забросили этот проект, и теперь это место политическая серая зона, за которую никто не хочет нести ответственность. Я понял. Так. Это дверь, да, у нас? Неплохо, пойдет. Так, теперь... А, мы, кстати, могли бы красивенько так разделаться с ними. Так, теперь прыгаем сюда.
Выбираем здесь. Этого. Куда я полетел? Вот куда? Зачем я? Ну еще. Что ж ты будешь делать-то? Так, окей. Хорошо. Воу-в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 оу. Так, надо на этих веревках аккуратнее вести себя. А то я как-то очень так... Не очень себя хорошо... Там поступил. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Так. Главное никуда тут не сорваться. Теперь отмечаем так, так. Перезаряжаем. Все, да? Отлично. Фух, ну да, такой уровень сложноватый. Ну как сложноватый, главное тут следить и никуда не сорваться. Отлично. Так. Хорошо. Так, а ты в кого там стреляешь? Как ты меня там можешь увидеть? Тут надо придумать следующее. Так, так, так. Тут есть канистры, которые можно взорвать. Если красиво сюда на эту веревку запрыгнуть и с нее по ним пострелять. Ну-ка попробуем. Хорошо, но не получилось красиво это сделать. Так. Так, но мне нужны жизни. Без жизни прямо сейчас тяжковато становится. И уже надо быть предельно осторожным здесь. Сейчас. Фух, а вот и жизни, да? Хорошо. Так. Ну, есть попадание, хорошо. Отлично. Так.
Хорошо. Я вот про эти моменты говорил, что тут надо тоже следить за всякими такими штуковинами. И, может быть, кого-нибудь из врагов можно вот так вот убивать. Тихо, 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 попадание будет, нет? Ну, попадание будет еще. Есть такое дело. Так. Так, а здесь что делать надо? Ага. Вон как, да? Я понял. Так, я сюда. Не, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, я поехал. Так. Хотя, ладно, так, поехали тогда сюда. И тут, кстати, жизни. Надо взять. Поехали так сюда, потом сюда, потом сюда. Все, отлично. Так, отлично. Фух. Так, а тут сковородка, которую мы можем сейчас подбить до вверх. И там с врагами разделаться. А как это сделать, интересно? Вау, 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 куда ты полип? Куда ты... Зачем ты это делаешь-то? Я на прыжок-то легонечко нажал. Куда ты прыгаешь-то? Все, отлично. Ух, тут, оказывается, чуть-чуть на прыжочек нажимаешь, и он уже... Куда ты летишь? Куда ты опять летишь? Так, понятно. Фух, так. Ну, цеп... А чего ты не цепляешься-то? А, вот так вот надо было прыгнуть, да? Так, отлично. Так, разделяем и атакуем.
Фух, так, ну такой прям серьезный уровень. Ну, схалтурено, да, конечно. Старался как мог, но не получилось. Так, ну давайте еще один уровень пройдем. Я додумал, тут мало уровней в этой игре. И по 2 на серию. Ну, давайте теперь уже буду делать по 3 на серию. Похоже, Дэнни неплохо здесь устроился. Мы про него всегда говорили, что он хочет встать во главе королевства. Даже пустое его устроило. Ага, понятно. Так. И. А. Так. Это там закрывается, это, я думаю, здесь штука, это поднимется. Так, окей, погнали. Так, 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 хорошо. Постараюсь этот уровень аккуратненько пройти, без смертей. Это как-то я в том уровне немножко, ну правильно, там схалтуренное было, то, что он сказал. Так, нельзя было проходить этот уровень. Добрый день. Так, все, мы из Орифлейма. Так, хорошо. Здравствуйте, не хотите приобрести нашу продукцию? У нас новые кремы для лица. Да что ж ты будешь делать? Все, засадил в трупа. Так, а ну-ка пошел. Ой, хорошо. А, там еще надо было... О, там же я только сейчас увидел, что тут можно было порикошетить так. Ух ты. Окей, надо обязательно за этим следить. Я думал, сейчас меня уже все. Сейчас завалит. Так, 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 так. Спускаемся здесь. Здесь. Тихо, 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 тихо. Ты чего это? Вау, 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 подними это. Так. Фух, так. Так, мне бы жизнь бы дали бы, я был бы очень рад.
этому. Очень-очень рад. Да куда ты крутишься-то? Да что ж такое? Почему ты укручиваешь непонятно куда? Ну. Я же там аккуратно прыгнул. Зачем ты начинаешь укручиваться непонятно совсем в другое место? Почему нельзя на платформе крутиться? В чем проблема-то? Это сделать. Зачем что-то выдумывать? Куда ты укрутился и все? Приземлись ровненько. Куда надо, и все. Не, главное, берет и крутится. Вот этот момент мне, конечно, не очень нравится в этой игре. Ну куда ты укручиваешься-то? Ну приземлись куда надо. Так, а я это почему-то перестал узихи использовать. У меня тут патронов-то много. Да как-то так это. Подсел на пистолеты. Так, давай, 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 давай. Да как ты, середнячок-то? Я вроде старался как мог. А, ну там, да, смерти были. Так, и у нас следующий с вами уровень. Но его я уже буду проходить в следующей серии. Ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами были Иллинойс и игра My Friend Pedro. Всем пока!